Распечатал статистику новый главный тренер футбольного «Динамо» Александр Суровцев одержал первую победу в новом статусе. Это событие случилось накануне в товарищеском матче против сборной Лиги Бро. Проигрывая по ходу поединка с разницей в два мяча, сине-белые все же нашли силы не только догнать соперника, но и забить решающий мяч. Голами в составе «Динамовцев» отметились молодой нападающий Михаил Максимов и уже опытные игроки Владимир Завьялов и Максим Полковников. Отметим, что действиями соперников руководил бывший футболист «Динамо» Иван Старков. Не так давно Иван завершил игровую карьеру и решил посвятить себя тренерскому искусству. Сейчас он преподаватель в спортивной школе «Темп». Возвращаясь к «Динамо», скажем, что команда будет готовиться к весенней части чемпионата в несколько этапов. К примеру, перед матчем против Лиги Бро футболисты соревновались в настольный теннис. По мнению Александра Суровцева, это помогает психологически разгрузить игроков.